Вся снегоочистительная техника, которая сейчас есть в городе, работает на улицах. Но когда город будет полностью расчищен от снежных завалов, специалисты прогнозов не дают. По данным сотрудников администрации, в воскресенье дорожникам удалось справиться со снегом на большей половине городских тротуаров. Это как минимум 700 тысяч квадратных метров пешеходных территорий. Отметим, что вся эта неделя, по прогнозам синоптиков, обещает быть снежной. Наибольшее количество осадков ожидается в четверг. Поэтому сити-менеджер Илья Шульгин в очередной раз потребовал своевременно следить за погодными условиями и состоянием тротуаров и дорог. В случае невыполнения требований пригрозил подрядчикам штрафами. Сейчас, несмотря на усилия городских властей и дорожников, кировчане продолжают жаловаться на заснеженность улиц. Дворы, тротуары просто безобразные. Центральные улицы еще худо-бедно как-то чистят. А во дворах, я не знаю, как они милые выезжают. Но центр в таком состоянии у нас не был уже много лет. Как всегда. А может, немножко похуже. Похуже, да. Небесная канцелярия у нас, это самое, провинилась, наверное. Я хожу по Пятницкой на работу. Там вообще невозможно ходить. Ни по тротуару, ни по дороге.